Здравствуйте, дорогие друзья! Утро воскресенье, 11:15 время, и встречается в этом таком, будем так говорить, шестом, но для нас первом матче команда Йети и команда Чива. В составе команды Йети: Ратманский Никита, Николаец Владимир, Сидоров Александр, Куклин Александр, Лебедев Евгений, Вертлецкий Александр, Мусиенко Виктор, Васильев Дмитрий, Пыльник Владислав, Гагаладжа Джаба, Ткач Константин. Ну, в составе команды Чивас на одного игрока по заявке меньше. Корчинский Данила, Коза Дмитрий, Мороз Алексей, Бельчук Александр, Кузьмич Назар, Сушон Сергей, Базаров один, Царик. Глуздовский Андрей, Багрий Владимир и Донченко Павел. Вот такие составы сегодня. Галадзе Джаба. Мусиенко. Виктор переводил на Джабу. Есть перехват. Бельчук на Кузьмича. Назар. Есть отбор от Йети. Но видно, что уже удивлены темпом соперника. Сегодня будет достаточно сложно команде Йети. Мое личное мнение, потому что хороший футбол в последнее время показывают. Чивас. Завелись они формой. Организация выросла. Ну и, конечно же, дорогого стоит. В принципе, команда сама потом по себе подтягивает этот уровень. Ну и мотивация появляется совершенно другая от игры. Пыльник Владислав. Ткач Константин. Галадзе Джаба. Ткач. Мусиенко. До самого конца Базаров старался отобрать этот мяч. И, в принципе, это сделал, потому что, откровенно говоря, еле катился, а Виктор не хотел рисковать. С фолом, друзья. Едва ли не автогол, но обошлось. Мусиенко отдает на Джабу. Гагаладзе. Козер надежно по-капитански выбивает мяч за пределы поля. У нас, друзья, Кузьмич получает желтую карточку. Козер на Базарова. Галадзе, отличный перехват от Джабы. Удар, конечно, уложиться не смог, но, в принципе, неплохое начало. Владислав Пыльник на Мусиенко. И вот он момент забивает. Боже ты мой, сложно в это поверить. Игрок не реализовывает. Супер шанс, казалось бы. Ну, нужно давать судьям шанс доли секунды для того, чтобы было время свисток-то подтянуть к рту. Как бы это забавно ни звучало, но это на самом деле весомый фактор. Уже были близки Йети к тому, чтобы первые открывать счет. И, конечно, это дорогого стоит. Козырь навешивает. Базаров. Нет, не принимает эту передачу. Пять,
Мусиенко. Ратманский. Галадзе. Галадзе на пыльника. Мусиенко. Галадзе. Можно было отбирать мяч, но кто же знал, что Базаров там ошибется. Мороз. И сразу удар в догонку от 27 номера. Это был Сушон Сергей. Пыльник. Опасно так сбрасывать возле своих ворот. Борется команда Йети. Вот она и смена. Кач. Лебедев. Мусиенко. Снова Кач. Бобровки отыгрывал Мусиенко дальше. Ну вот, пробует индивидуально пройти двоих игроков. Не просто это было. Базаров и Кузьмич активно опекали. Ну и завершили ударом свой момент. Лебедев. Кач. Высокий прессинг. И вот она ошибка. Сушон. Мороз. Мороз. Кузьмич. Кузьмич отыгрывает на Глуздовского Андрея. Ну и пускает мяч. Андрей будет разыгрывать Йети. Не успел войти в игру Вертлецкий. Куда вбрасывал тут Атманский, непонятно. Сидорук. Ратманский. Было открывание в центр. Зачем-то пошел в борьбу. Игрок команды Йети. И вот он, диагональный пас. Не проходит он полностью. Сидорук дальше пробивает. Вот здесь намного лучше. Вертлецкий. Хорошее решение. Правда, вот если бы еще и завершение было с ударом после вот такого приема мяча, конечно, было бы куда лучше. Мороз. Ратманский на Лебедева. Сидорук на Вертлецкого. Вертлецкий. Защита организованная, оборона. На самом-то деле сейчас наблюдается приятная картина. Видно, что сложно команде Чивас находить возможность, как атаковать. Да, индивидуально сильные игроки собрались, но как команда
пока что не просто пробить, забить первый мяч. Нельзя сказать, что это сложный матч. Нет, после первого тайма посмотрим. Но уже едете достойны похвалы с таким организованным стартом. Мое мнение такое. Ратманский на Сидорука. Бертлецкий. Запутался Бертлецкий, Ратманский на Сидорука. Пробивает из-под игрока Сушон Сергей. Ну и просто замену. Три футболиста есть как предложение. Усложнил, но отдал все за передачу. Мне кажется, решение было неплохое. Чем едете. Сидорук открыт по левому флангу. Решили загрузить туда вперед в атаку. Сложно было Лебедеву Евгению как-то там сохранить мяч в пределах поля. Запутался. Отличная передача. Но Бельчук зачем-то побежал на сближение. После уже был не так эффективен. Ратманский, Сидорук. Передали до дура мяч, разыграли свой аут. Вертлецкий. Такие ошибки допускает иногда порой. Совершенно в ненужный момент. Сидорук. Хороший прорыв. Ух, опасно это было. Там прям перед самой сеткой попытался прострелить передачей. Бельчук, отличный уход, но не остается там. Сидорук и на высоте отбирает. А почему вправо не перевел передачу? Полностью открыт был игрок. Пыльник. Какой номер? Васильев отыграл на Ткача. Желтая карточка и Козырю Дмитрию Капитану. Я, честно говоря, упустил эпизод, когда произошло это. Васильев на Ткача. Васильев. Дербатова, Васильев, Дмитрий на высоте. Я напомню, что за эти 13 минут у нас ни одного забитого мяча, что достойно похвалы. Команда организованно старается друг против друга играть.
Садимся. Ратманский на Гагаладзе Джабу. Хорошая комбинация, отличный сброс Мусиенко. И удар по завершению был от николайца, но этого было недостаточно. Я скажу вам, друзья, что у Йети симпатичные-то моменты были. Их два полноценных, супер момента. Не помнится мне у Чиваса два супер момента. Мусиенко. Хороший сброс на Джабу Гагалад. Кузьмич. Кач вперед загружает. На Гагаладзе Джаба как будто знал, что Назар туда пойдет, и вот так отрабатывает, забирая мяч. Давайте, Гагол, слева твой, один справа. Сейчас забежал. Хорошо, делай. Азаров. Нет, это сильный пас на Бельчука. Тот не готов обработать такую передачу. Лево, лево. Лево, лево. Мусиенко. Хорошо Виктор раскачал. Удар, конечно, у него получался все равно не сильный. Тем не менее, заставляет понервничать. Как говорят, погоду делает. От него, парни, открываемся, не ходим пешком. Кузьмич. Есть сейчас разрыв. Сусон, Сергей. Касание бил. Очень неплохой удар дается 27-му номеру. Близки были к тому, чтобы сейчас забивать и Чивас. Гагаладзе. Кач поставил корпус. Сохраняет мяч. Сохраняет мяч Ткач. Ебедев, неужели достанет этот мяч? Нет, прострелить не смог. Как-то пытался ковырнуть ногой, поучаствовать. Мороз. Лебедев. Пыльник. Очень хорошо двигается сегодня Пыльник Владислав. Ткач пробивает. Нет, спешил в момент удара. От этого, конечно, многое менялось, если так можно сказать. Слева, слева, слева. Котлецкий. Лебедев. Назад.
Ткач на пыльника. Отыграл на Вертлецкого. У нас совсем ничего остается до конца первого тайма. Хочу отметить, что уже достойный похвалы Йети. С такой организацией я не видел их игры ни разу. Сегодня прям самоотдача на все 100%. Очень настроены они дать бой Чивасу. Сусон. Гвоздовский Андрей. Будет висток у нас в перерыве, пока что первый тайм окончен. Дальний удар от Мосиенко, вот так сразу, как говорится, не задумываясь. Бельчук, как были хорошо настроены на эту атаку с первых секунд второго тайма команда Чивас. Виктор, Кач. Гугала Дзаба отыгрывает назад на Виктора Мосиенко. Есть отбор. А что дальше? Запутался. Ну, правда, испалили. Тут же на нем. Гугаладзе. Васильев отыгрывал на центр, недовольный сейчас Йети, но расстраиваться не стоит, стоит продолжать. Васильев отыграл назад на Ратманского. Никита. Мосиенко.
Хороший удар, зрячий удар. Ну, такие моменты, на самом деле, очень много от Данилы Корчинского, да и, в принципе, от Ратманского зависит. Когда ты без игры, а потом тебе вот удар неожиданный. И ты должен как бы вот быть готов. Ильчук. Чудно, но пас каким-то образом проходит. Глуздовский. Сидорук. Пыльник. Снова Сидорук. Мусиенко. Мусиенко, Виктор. Бельчук. Мороз. Стоялся отбор от Пыльника, но дальше пробраться он не смог. Сидорук отлично входит в игру здесь таким вот опорным стилем. Ну и удар по завершению от Лебедева после передачи Сидорука угловой как результат. Неплохо. Едьте все-таки сегодня на высоте. Планируют отыграть и два тайма, а не один лишь. Не выключается. Посмотрим. Мороз. Слева, слева. В диагонали отыграл на Бельчука, тому скорости не хватило достать такую передачу. Ратманский. Мороз перехватывает. Багриев обстучался. Снова Мороз. Бельчук. Ратманский удается сделать сейв. Сегодня у него мотивация. Вот сейчас просели Йети, и сложно, сложно им как-то правильно сосредоточиться. Удается отработать на ура здесь. Ну, а Донченко Павел упустил все-таки мяч. Пыльник. Небольшой толчок локтем был, но судьи такое, конечно, редко дают фол, и рассчитывать на это не стоит. Некорректный блот аута, и нужно возвращаться на позиции. Козырь. Дмитрий переводит направо. Кузьмич Назар. Играл на Базарова. Скрытым вот таким пасом. Николаец. Ратманский Никита. Снова Николаец. Классно получается здесь сыграть. Тут бы передача послабее. Вообще супер выход из под прессинга. Правильно Пыльник подсказывает. Совершенно не туда пошел игрок. Стараться не упускать игроков. Ну и, в принципе, общаться внутри команды в обороне и так далее. Кузьмич, Назар, хороший проход, и Ратманский выручает. Вот так, друзья. Базаров на Мороза. Кузьмич. Назар хорошо убегает от Лебедева. Свалили, все-таки свалили. Накрутил за счет индивидуальных действий.
Козырь у мяча, Дмитрий. Неплохо пробивает Дмитрий Козырь. Добивание было, но Ратманский мотивирован на 100%. Данила Корчинский. Мороз. Васильев. Мяч. Базаров на Козыря. Опасный момент. Ратманский выручает. Удается зафиксировать мяч. Дальше что? Кто будет предлагаться? Не особо предлагался Вертлецкий. Ткач. Ставит корпус Ткач. Попадает своего Вертлецкого. Мусиенко пытается отработать. Старается вернуться. Васильев. Если говорить про счет 0-0, это невероятно редко для формата мини-футбола. Но если такое произойдет, это впервые будет в этом сезоне. Весенне-летнем. Мусиенко. Виктор ставит корпус. Васильев. Хороший пас Шведой, но здесь есть Сушон. Данил Корчинский на Сергея Сушона. Непонятно, что здесь задумывал, вот как-то наметил удар, пробил. В итоге ни к чему это не привело. Пыльник. Ошибка была Сергея, что так близко опекал. Пыльник, каркас, ворот. Выручает. Кузьмич Назар. Сушон Сергей. Ратманский. Васильев открыт. Ух, Никита едва ли. Опасно. Не сыграл. Базаров. На Сушона. Васильев. Гагаладзе Джаба. Такое впечатление, что Дима сначала подумал бить, потом передумал. Все это выглядело специфически, честно говоря. Не пали! Дело вперед! Хороший проход от Пыльника. Мяч это было сыграно, друзья. Нужно продолжать дальше. Бельчук, Кузьмич. Бельчук.
заслуживан. Сергей, пас немножко в спину. Базаров. Снова на Кузьмича. Есть отбор от Пыльника. Ну а выключили, сейчас едете, не хватает в обороне, как отрабатывать Лебедев, можно поаплодировать и тут на вышке. Кагаладзе, Джаба. Опасно, Бельчук прорывается, и как Сидорук вовремя-то выбивает мяч. Не с такой мотивацией, как сегодня, конечно, ну, едьте на высоте. Они бодаются, что есть сил. И, в принципе, у них моментов было больше сегодня. Кагаладзе, Джаба, Глуздовского. А вот для Йети. Игорь, а какая минута? 34 минуты, друзья, сыграли команды. Остается 6 финальных минут. Ни одного забитого мяча. Вот так бывает, Вертлецкий. Вот так пробивает из-под игрока. Пятый номер, это был Донченко Павел. Снова Ратманский, снова сейв. Опасно сейчас, нужно выбивать мяч, честно говоря, вот понемногу начинает все-таки уставать. Быть на такой концентрации едьте, это чувствуется прежде всего по каким-то таким медлительным принятием решения, когда очень это нужно. Сидорук ускоряется. Сидорук пробовал обыграть Донченко. Кач. Попробовал пробить в сторону ворот, ногами там отбивает Данил Корчинский. Николаец. Такие навесы скорее больше импонируют, когда ты играешь пятеркой, мячом большим. Ну, вот в мини-футболе это мало продуктивности, да и устает твой игрок, который делает такой рывок. Бессмысленно. Кач старался отыграть на Пыльника, теперь нужно возвращаться ему назад. Бельчук. Опасный эпизод. Сбрасывает на Пыльника. У того есть шанс обыгрывать.
Поехала опорная нога у николайца, но это все же угловой. Андрей. Там. А, ну ладно, Игорь, Игорь. Картинский вбрасывает на козыря. В принципе, неплохо, хоть в своеобразной манере вброс этот делал Данила. Ратманский. Мусиенко. Виктор назад сбрасывает. Ткач. Настоящая передача на Виктора. Дорабатывает здесь козырь. Алис аут. Пелик попробовал пробить, удар был с рикошетом, и теперь же нужно возвращаться. Самые опасные моменты как раз такие, вот с таких эпизодов. И капитану не удается сейчас на дальней штанге попасть в ворота. Мусиенко. Виктор неплохо контролировал мяч. Картинский, Мусиенко достает каким-то чудом. Мороз. Козырь. Назар Кузьмича, снова Мороз. Дмитрий Козырь. И вот он есть, забитый мяч. Все-таки продавили. Назар Кузьмич неудержимый все же сегодня. А передача Д отдал эту Бельчук. Минута. Какая? Пыльник. Представляете, друзья, на 39-й минуте удалось реализовать этот мяч. Конечно же, я понимаю, сейчас постараются дети как-то исправить ситуацию. У них было больше, как мне кажется, моментов, но и в итоге чуть-чуть не хватило. Чего-то, да, чуть-чуть не хватило. Пыльник. Отыгрывает отлично Влад Кач. Очень рядом был к тому, чтобы забивать. Гагаладзе проскакивал просто на дальнюю штангу. Да, я что есть. 10 секунд, парень. Спеши, не спеши. Не спеши. Играй. Атманский, Мусиенко. И вот такой финальный свисток. 1-0. Это минимальная победа, но Чиваса. Мы их поздравляем. А команду дети поздравляем с отличной борьбой.